Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Давай-ка мы откроем с тобой сундук. И ничего хорошего я тут не вижу для нас вообще. Бумеран, да. Не айс на самом-то деле. Так, ну что, говорили, что 400-я миссия — это последняя. Так что, наверное, это будет наша последняя серия по этой игре. Если, конечно, не будет каких-нибудь обновлений. Ну, вы меня всегда держите в курсе дела, да, обычно. Если что-то новенькое происходит, вы сразу мне пишите в комментариях. Ну что, мы с тобой приступаем. 391-я миссия. Ёк-макарёк, серьезно что ли? Хо-хо-хо. Забор 11 уровня, плюс стрелок. Так, в принципе, яд у меня есть. Замедлях у него. Ладно, не знаю, давай попробуем, конечно, тут разрулить эту ситуацию. Опять же, мне дед в помощь. Я думаю, что мы сможем переманить вот этого вот механического робота. Надеюсь. Так, а мы забор с тобой можем сдувать, да? Да, за... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-поехало. Так, ну курица, как ты видишь, травит. Секунду, я забор, наверное, тут. Вон туда. Пускай там это все стоит. На отравлении, да? Чё-то я думал, что здесь будет сложнее все намного. А тут как-то легко идет на разбор. Ты посмотри. Ну как легко? Относительно легко. Очень хорошо здесь уничтожает яд. Яд куриный, так скажем, да? Но это не курица, на самом деле, это дракон, видишь, хвостом торчит. Все. Не успел он воспользоваться. Точнее, успел, но слишком поздно. Своим замедлением. Так, домохозяйка Анжела. Ну, а мы с вами идем на следующий уровень. 392-й. И здесь... А, кстати, он стрелка-то этого, по-моему, даже не успел использовать. Вот предыдущий поединок, который был. Я что-то не видел. Так, стоп. Стоп, парень, давай вот. Без вот этого всего, а. Трындец. Куда ты бежишь, а? Так, дед. Нет. Блин, нам нужно... Все, взорвали. Смотри, что он творит. Он сносит этот Полли, он там вырубает всех налево и направо. Но мы его уничтожим тоже. Да выпендривался, короче, одним словом, да? Этот бежит, бежит, бежит. Строитель фигов. Опять этот краб. Отмар-отшельник или как его там? Давай, вот правильно, по своему же бомби. Все очень даже великолепно. Мы, наверное, чего так с собой сделаем. Все туда в кучу. То-то явно будешь знать, как на нас нападать. Прекрасно. Лучшая победа за последнее время. Че? Сторожевой паук Фида. И у нас 393-я миссия. Ох, ёк, макарёк. Ну ничего себе тут, блин. Вот это да. 6-й, 5-й, 10-й, 7-й, 9-й, 10-й. Ой-ой-ой. Блин, а к тому же еще вахтерша тут это лезет. Блин, плохо. У них у всех отражение урона, да, по-моему? Цветочный дед упал у меня. Так, завязываем, давай. Дурковать здесь уже. Ой. Вот, деритесь друг с другом, пожалуйста, деритесь. Так, еще и вот эта вот прошивка вышла там, посмотри. О, она и лечит еще. Ну, звезда не ты, блин, по этой... Что там происходит, не могу понять. Вместо того, чтобы подбить, они что-то там все ожили. Мне ведь не кажется, нет? Ага, прекрасно.
Давай их сдуем всех туда. И яд поставим. Для кого яд поставил, а? Угу. Ну, помогайте, помогайте. Да подбейте вы мне вот эту вот кихимору-то. Давай, давай, есть. Молодцы, молодцы, справились. С довольно несложным заданием они у меня справились. Много денег привалило, это хорошо. Рабовладелец мог. Ну что, погнали дальше, смотрим, что у нас здесь. Блин, два кузнеца, один бригадир, другой кузнец 10 уровня. Насколько помню, этого кузнеца практически невозможно подбить. Три танка. Лорен. Ё-моё. Блин, ну это серьезная заявка. Вообще серьезная заявка. Как тут сейчас, я не знаю, этот бригадир еще. Ума не приложу, как тут все это будет происходить. 10 уровня, ты представляешь, да, что он сейчас будет вытворять? Даже если мы с тобой там яд этот будем ставить, к примеру. Как это вообще повлияет? Бригадир-то, понятное дело, он там будет свой этот щит ставить неуязвимый, который фиг пробьешь. Так, и, соответственно... Он там бомбит, я не могу понять. Хлыщ этот старый. Ну, я имею в виду стрелок. Кто-то влупляет там. Так, этот цветочник, блин, фигов еще появился здесь. Мне нужно дождаться яда. Давай мы вот так вот с тобой сдуем всех. Там Лорен, все эти цветочки, фигочки, все это уничтожаем. Красавчик, давай еще, а? Бомбим, 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 ребята, бомбим, есть контакт. Все, несмотря на то, что у него тут было дофигища дури, мы все равно как-то умудрились его прожать. Сердитая бабуля появилась. Как появилась, так и испарилась. Ну что, сундучок здесь будет улучшенный. Так, опять тугодумы. Встречались мы уже с такой командой. А бригадир опять 10 уровня. Опять 10 уровня бригадир здесь. Так, блин, не то я немножко делаю. Надо всегда со старика начинать. У него бригадир, смотри, он еще идет. Как бы тебе сказать. У него вокруг него, короче, огонь. Возле этого бригадира. Во-во-во, вот, хорошо, когда они между собой начинают драться. Я просто обожаю. Ой, еще и роботека вышел. Еще, ребята, и вышел роботека. Давай, давай, травим, 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 травим. Да ну вы хорош. Все, 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 все. Беги, 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 беги. Что это за струя у тебя куда-то не в том направлении полетела. Отравили, отравили, убили. Тыч. Ну, молодец, кузнец. Красавчик. Ну что, арена мастер, все, да выпендривался. Думал, сможешь меня пробить. Вот кукиш тебе с маслом. Так, кристалл выпадает нам. 396-я миссия. Ну что же, финал уже, ребята, близится. Близится, я прям чувствую запах победы уже, понимаешь. Предвкушаю лавры. Так, секунду, он начал с робота. Он начал с робота, ребята. Так, ураганчик нам нужен. Пошел отсюда. Давай, 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 бомби. Отлично. Вахтерша Мона что-то там стоит, даже в ус не дует. Ну, быстро он, конечно, сносит эти наши. Давай, давай, вот сейчас вот. Да почему же такая сильная это? Я не понимаю, вахтерша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отравление хоть повесь, курица. Повесила, повесила. Ой. Бумс, ты посмотри, что там происходит. Просто лютуют. Это что там? А кто? Кто сейчас сделал оживление? Эй! Кто, блин, мать вашу, сделал оживление? Офигеть, А кто оживил? Кто-то мог резать у них? Я не врубился. Вот это меня интересно стало.
Там все были подбиты и убиты, и кто-то взял их всех рисанул. Кто это может делать у них, я не знаю. По-моему, нет такого. Странно. Очень странно это все было сейчас. Ну. Давай, там чуть-чуть осталось-то, господи. Ну. Смотри, сколько призывателей осталось хп. Да вообще нисколько. Сейчас, если мы переманим. На! Просто добил сам. Нормально. То, что нужно для нас. Так, блондинка Бирта. Это хорошо, три карточки дали нам. Так, скоро еще гемчики с тобой получим. Ну, здесь. Ага, Тина. Курятница, это опять же у нас тут. Блин, топовая у меня команда. Здесь даже неохота ее, ребят, менять, вот если честно. Да ты знаешь, мы как начинаем с тобой менять. Куда бежишь, а? Охламонка. Тина, да в принципе яд ей вообще по барабану. Вот, беги в обратную сторону. Блин. Да и как дамагер она не особо-то сильная, это Тина. Будем честны, да? Вот этот, блин, да, этот тупорылый, блин. Очень бесит меня вот этот вот великан. Как его там назвать-то? О! Бюджетный Тони взял и завалил этого хламона. Причем с полтычка. Фига он шпарит, ты видел? У него такой не кислый урон у этого почти малобюджетный Тони. Ни за что бы не подумал, что вот так вот он будет шпарить. Так, ураганчик. И яд. Все. Четко. Ну что у нас тут? 7 монет. Опыт и шарпопка. Ага. За гемчики повоюем сейчас. За гемчики. Сложность показывает офигенная, но в то же время они почему-то проигрывают. Не знаю, с чем это связано. Но это и хорошо, что не проигрывают. Ну-ка. Ага, ага, явился, явился. Бумс, деда моего сразу накумарил. Это чтобы они там не вякали особо сильно. Он же отравленный? Отравленный. Все. Так я деда, ребята, и не прокачаю, видимо, до 6-го, до 7-го уровня. Так у нас останется у меня 5-м. Или как он, 4-м даже. 100 кристаллов получили. Неплохо, я тебе скажу. И бумзи. Так, а вообще у нас кристаллов с тобой 592 штуки. Так, ничего здесь страшного. А, нет, вот это, 20 уровня. Ё-моё, это же... Это же та самая дуреха, которая отражение урона, естественно, делает. Это именно она. Так, пора ее туда, надо убрать. И... Ну... Кролик, давай там кусай, я не знаю. Ой, вот это плохо. Сейчас будет бомбить. Упс, упс, упс. Ты, блин, сейчас серьезно? Вот, давай в своего же бомбаш. Да не в курицу, блин, бомби. Вот, давай, вот по своей же. Нет, куда вот он бомбит? Вот скажи мне, а? Все, вот иди туда вот и... Что-то как-то нифига у нас не получается здесь. Поубивайте там друг друга. Лорен, ну ты-то куда лезешь, блин? Вы можете переманить эту хл... Вот. Отлично, шикарно. Дальше, я думаю, мы справимся, да? Да, конечно, справимся. Все. Арена мастер отдуплился.
Как загадочный Раф. Ну и мы переходим с вами на последнюю заключительную миссию. Мы курицу-то поймаем все-таки или нет? Я так и не понял. Тут вообще что-то... А, ну 39-й. А, 40-й уровень, шаропопка. Ё-моё, это же я знаю, ребята, ее фиг пробьешь. Ее только лишь если переманивать на свою сторону. Это шаропопка. Мне не нравится эта шаропопка. Ага. Ну, зато она отравляется и очень быстро уничтожается. Все. Рабовладелец мог, ничего себе там. Ага, вот правильно, иди. Бей своих, чтоб чужие боялись. Рабовладелец мог, такой ватник. Тьфу ты. Даже на своем 39 уровне, да? Или какой там его? Такой вата. Че, неужели все, финал? Сундук. Так. Опыт и ничтожный Джо. Так, погоди-ка, курица прыгнула в портал. 124 монеты. Так, Амур, Ляля Олаф, Старжевой Паук Фида. Так, Кексик, Голова Попка и Сада Попка. Все? Поздравляем! Новые главы скоро. Почему бы тем временем не попробовать арену? Да, друзья мои, вы правы. Мы прошли. Так, получить, ух ты. Что тут у нас? 2000 монет. Загадочный раб. Домохозяйка Анжела. Чоппер Джина. Обезьянья кислота. Ольга Воровка Сердец. Монах Бронзового Кулака. И курица. Курица. Все, ребята, достигнуть лиги 11, достигнуть уровня 50-го. 50-го, как это? Если у меня всего лишь 14. Это нереально. Да, друзья мои, действительно конец. Но не знаю, как часто они делают обновления и будут ли они вообще у них выходить. Но если что, вы меня держите в курсе дела и сразу же сообщайте, как только будет какая-то новость. Ну, а мы с вами на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.